Всем привет! И сегодня мое финальное видео о Малаке. Я решил его завершить в таком чудесном месте, как канал, и мало того, именно в ночное время, потому что в ночное время канал Малаки — это самое удивительное, самое романтическое, самое сказочное место во всем городе. Подсветка канала идет по всему периметру, и она от фиолетовой до темно-синей, потом белая, зеленая, потом снова меняется. Очень красиво подобрана подсветка некоторых деревьев, некоторых зданий. И все настолько колоритно, настолько красиво, что просто не хочется уходить. И во многих местах просто зависаешь, раскрыв рот от удивления. После проезда этих лодочек вода начинает переливаться, и отражение света дает такой сказочный эффект. Он отбивается от воды, падает на окружающие деревья, здания, и получается такая сказочная игра света. Увы, к большому сожалению, моя видеоаппаратура не может передать всей красоты этого ночного канала. Но так хотя бы вы будете иметь какое-то представление об этом канале и Малаке в целом. И уже себе будете знать, стоит ли сюда ехать или поехать в другие места. Кстати, ночные круизы здесь длятся до 23:00, и цена та же самая, что в день. Так что имейте в виду это. Подсветка каждого моста здесь индивидуальна, как и подсветка каждого собора. Это столько транспорта собирается в ночное время в Малаке. Хочу передать вам всю глубину игры света с водой, но, наверное, все же не так красиво, как в реальности. Лично для меня белая подсветка более оптимальна для этого канала. Она не так режет глаза. Подчеркивание того, что вы находитесь в китайском квартале. Каждый дом тоже в ночное время выглядит совсем не так, как днем. И некоторые дома, которые в день вообще идешь и не обращаешь на них внимания, в ночное время просто хочется встать и смотреть только на этот дом. Вот очередной мост через канал. Он выполнен в романтическом стиле, и в центре него поздравление с Новым годом. А здесь мало того, что белая подсветка канала, так еще и сделали подсветку деревьев. Выглядит замечательно. С небес падают звезды. И еще один мост с индивидуальной подсветкой. А это самый сказочный мост этого канала. Кажется, будто сейчас по нему пробежит Золушка и потеряет туфельку.
Днем на эти дома я вообще не обращал внимания, а сейчас я просто застыл и смотрел эти картины. Самый современный мост этого канала. Он полностью сделан из металла. Решил остановиться и показать вам, как от зеленого мягкого цвета меняются до холодного синего. Здесь это очень сильно заметно. А тут гирлянды исполняют роль светлячков. Кажется, будто они здесь сидят повсюду. Ну что ж, пришло время прощаться с Малакой. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. И для себя вы решили, те, кто сюда не ехал, обязательно сделать пометочку и когда-нибудь посетить этот замечательный город. Всем спасибо, до новых встреч, пока!